Воров в законе Таро спросит со всех развенчавших его. В настоящий момент его сторонники активно готовятся к выходу законника. Как рассказал Разбалту источник в правоохранительных органах. Главной задачей его близких было сделать так, чтобы воров в законе не задержался в спецприемнике, а сразу был выслан в Грузию. По выходу из колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области он подлежит депортации из России. А уже оттуда сразу же отправился в Турцию. Там сейчас находится большая группа его сторонников. Самые активные из них, Ройну Глава, Матевич, и Кабаха Авледиане, Каба Сухумский, уже начали празднование и грозят большими неприятностями всем подписантам Малявы о развенчании Таро. Напомним. Врагон о лишении статуса няни появился в 2009 году по инициативе на тот момент главного врага Таро вора в законе номер один деду Хасана. не задолго до этого был ранен его соратник. Еще один влиятельнейший вор Япончик. Он тоже поставил свою подпись и спустя несколько месяцев умер от перитонита. С развенчанием Таро тогда согласились несколько десятков мафиози. Так что если Таро сможет попасть в Турцию, то ему ничто не помешает собрать большую сходку, где обязательно поднимется вопрос о той самой Маляве. Выхода иного няни нет, пока все подписавшиеся не отрекутся от своего решения. Его статус как вора в законе недействителен. Кстати, уже после смерти деда Хасана, в 2015 году, вопрос о статусе аняни уже поднимался на масштабной сходке в Армении, организованной Захарием Калашевым, Шакра молодой. Тогда Калашов предложил дождаться освобождения Таро, после которого все подписанты малявы на новой сходке смогли бы высказать ему претензии в лицо. Тогда. Мол, и будет принято окончательное решение по его воровскому статусу. Теперь же, когда шакра молодой отправился на длительный срок, верховодить на новой сходке будет сам няня. Как сообщают источники Разбалта, это не означает, что Таро начнет слепо мстить всем подписантам. Для начала он просто предложит им объясниться и публично покаяться. Такую практику применял и дед Хасан, все примкнувший к Таро. Впоследствии имели возможность скупить вину, принеся личные извинения у Саяну и перейдя в его клан. Многие наверняка сейчас сделают так же, объясняя свои действия десяти лет недавности тем, что не могли отказать деду Хасану, или что их подписи поставили и вовсе не спрашивая, если статус Аня не будет таким образом подтвержден. То он в дополнение к этому получит еще и большую группу союзников. После этого он сможет объявить о своих притязаниях на место вора в законе номер один. Однако, очевидно, что не все захотят извиняться и встать под знамя на Таро. Например, неизвестно как поведет себя видный представитель кутаиского клана Мирабгаге, Меле, чья подпись тоже стояла под той малявой задержанный накануне в Москве и дожидающийся сейчас своей депортации из России. Примерно такая же ситуация с другим подписантом, Гачи Алпаидзе, Альфасон, чьи позиции в криминальном мире в последнее время значительно укрепились, особенно после сближения с Надиром Салифовым, Гуля с продемонстрировавшими свое открытое неуважение Таро, будут разбираться по-другому. Так что Турцию еще могут потрясти новые развенчания и даже убийства воров. Впрочем, и по клану Таро тоже могут наносить удары, в том числе и упреждающие. Поэтому в ближайшее время может начаться очередная криминальная война с жертвами. Законники-подписанты, находящиеся в России, по всей вероятности, смогут уклониться от участия в сходке, собираемой Таро, и попытаться решить проблемы с ним через его приятелей, находящихся в Москве. А Василий Христофоров, Вася Воскрес, может отказаться ехать в другую страну под предлогом того, что при выезде из России его могут арестовать. Что же касается стратегических планов Таро стать главным законником, то без поддержки таких славянских воров в законе как тюрек, Шишкан. Петрик и Аксинь ему не обойтись. Тогда они не принимали активного участия в противостоянии Таро и деду Хасан и сейчас тоже придерживаются нейтралитета. Их фаворитом пока остается Шакра Молодой, который хоть и в тюрьме, но тоже остается в России. И скорее он вернет себе место вора в законе номер один, чем его получит Аняня.